Всем привет, вы на канале «Правильный выбор». В этом ролике речь пойдет о телевизоре LG 75 Nano 756 QA. Ссылки на магазины с лучшими ценами на этот вариант я оставлю в описании. Надеюсь, что обзор вам понравится, и вы оцените его лайком и напишите приятный комментарий. А если вы хотите оставаться в курсе новинок мира гаджетов, то советую вам включить колокольчик и подписаться на наш канал. Диагональ экрана 74,5 дюйма, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Direct LED, матрица IPS, глубина цвета 10 бит, частота обновления 50-60 Гц. Каждый цвет раскрывается естественно, впечатляющая и реалистичная цветопередача благодаря технологии LG NanoCell, чистые цвета и Real 4K. Уникальная технология цветопередачи. Технология LG NanoCell использует наночастицы для фильтрации неочищенных цветовых оттенков из волны RGB сигнала. Интеллектуальный процессор Alpha 5 Gen 5 4K. Высокое качество оптимизированной цветопередачи. Интеллектуальный процессор Alpha 5 Gen 5 4K анализирует исходный контент и оптимизирует его для получения высокого качества изображения. Интеллектуальный контроль яркости автоматически меняет яркость экрана в зависимости от условий освещения, обеспечивающий оптимальный просмотр в любых условиях. Режиссерский режим. Наслаждайтесь фильмами в тех цветах, как это было задумано режиссером, без коррекции текстуры или других визуальных настроек фильма. HDR 10 Pro. Благодаря покадровой динамической тональной компрессии все типы контента отображаются с улучшенным контрастом для получения более яркого изображения и погружения в контент. NanoCell Gaming. Получайте удовольствие от видеоигр на большом экране. Полное погружение в современные видеоигры благодаря всем необходимым технологиям для гейминга. Размеры телевизора 167,8 см в ширину, 96,4 см в высоту, толщина 5,99 см, вес 31,4 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление веса 400 на 400. На задней панели расположены стандартные разъемы: 2 USB 2.0, 3 HDMI 2.0, один разъем для локальной сети, один Satellite In F-Type Female, один вход для антенны, один слот CI+ 2.0. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Операционная система WebOS 22. ThinQ AI. Удобное управление через пульт Magic Remote. Телевизор LG NanoCell имеет удобный голосовой интерфейс, адаптированный специально для вас. Умный помощник и возможности подключения. LG NanoCell поднимает удобство использования на совершенно новый уровень благодаря поддержке Apple AirPlay и HomeKit. Удобно управляете подключенной бытовой техникой и смотрите нужную информацию, используя простые голосовые команды. Мой профиль. Создайте персональный профиль для каждого члена семьи, чтобы быстро находить нужный контент и удобно выбирать часто используемые приложения. AI Sound Pro. Наслаждайтесь звуком с эффектом погружения с AI Sound Pro. Алгоритмы глубокого обучения искусственного интеллекта конвертируют двухканальный звук в виртуальный 5.1.2, позволяя наслаждаться любым контентом с оптимальным богатым звуком. AI Sound Pro также корректирует настройки звука в зависимости от типа просматриваемого контента, позволяя вам получать аудиовизуальное наслаждение. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 20 ватт. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным, поэтому проанализировал отзывы реальных покупателей и выделил основные преимущества, поскольку негативных моментов мной найдено не было. А вот что понравилось покупателям: отличное качество цветопередачи, добротный смарт, хороший базовый звук, четкая картинка, умеренная яркость. Яркость автоматически регулируется. Современный дизайн. Шустрая и функциональная операционная система.
интуитивно понятное управление. Напомню, что ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель я оставлю в описании. В комментариях пишите свое мнение или оставляйте вопросы по этому телевизору. А также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и, конечно, включайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе выхода новых видео. До скорых встреч в новых обзорах!